Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Напоминаю, что мы рассказываем вам о нашем кругосветном путешествии и иногда добавляем всякие прикольные материальчики, технические, ну или вообще. И сегодня мы вам будем рассказывать про нашу лодку, про Бенито Океанис 45 по опыту эксплуатации. Напоминаю, что 5 лет эта лодка уже находится в нашем владении. И, соответственно, плюсы и минусы, которые выползли в процессе эксплуатации, на канал. А сегодня в нашей программе. А сейчас плюсы. Нашу лодку про Бенито Океанис 45. Все, ты находишься на уровне воды. Но на протяжении 3 лет я это делаю исключительно с помощью джойстика. Это намного удобнее. Одеть шкот, нажать кнопку. Все, вы натянули парус. It's 90% maintenance and 10% sailing. И самое важное, минусы. Но почему оно течет сюда, где ты сидишь своим пундой? А? Ну, посмотрите, какая здесь муть. Это очень серьезный недочет в этой лодке. Но, наверное, когда баки переполняются, вот это вот отверстие, через которое выливаются излишки. Сливки. Раз, два, и на волне такой. Прыг и перешел сюда. This is very important that you know your boat and you can fix it before it's broken. У каждой лодки есть свои особенности. Я расскажу о тех отказах, которые были у нас, но вы, я думаю, сами разберетесь, присущи это именно конструктивные особенности Бенито Океанис, либо же это присуще абсолютно всем лодкам, в зависимости от того, как много люди живут на них и как много их используют. А сейчас плюсы. Что в этой лодке мне нравится и почему я купил именно эту лодку. Во-первых, широченный кокпит, 4,5 метра шириной. То есть ты, когда стоишь с одной стороны, тебе на другую сторону кокпита нужно идти. То есть ты не можешь просто встать и что-то передать. То есть это огромное пространство, которое, на мой взгляд, является просто идеальным, если вы живете на лодке. Огромный широкий кокпит, купальная платформа, которая отпускается кнопочкой. Кнопочку нажал, вся платформа уехала вниз. Это просто то, из-за чего нужно брать именно эту лодку, потому что это идеально. В плане жизни, отдыха, если нужно покупаться, спускаешься на платформу, все, ты находишься на уровне воды. Одной из причин выбора именно этой лодки было то, что она очень технически подготовлена. То есть, вероятно, если бы не все эти технические новшества, я бы до сих пор лодку себе и не взял, потому что в этой лодке сочетается весь техно-яхтинг именно в том виде, в котором я и хотел его видеть. То есть, что мне нравится? Управление сел-драйвом 360. Сел-драйв крутится в одну сторону, включаешь реверс, весь сел-драйв разворачивается в обратную сторону. Это очень круто и дает массу возможностей, таких как док-н-го система. Если я стою бортом к пирсу, я просто джойстик в сторону, лодка отъехала в сторону, джойстик вперед, пошла вперед, нужно развернуться, поворачиваешь джойстик вокруг своей оси, лодка разворачивается вокруг своей оси. Я уже забыл, когда я последний раз швартовался, используя штурвал. Понятное дело, что так умеют все яхтсмены, но на протяжении 3 лет я это делаю исключительно с помощью джойстика. Это намного удобнее и просто выносит яхтинг на следующий уровень. Дочке, когда было 11 лет, она эту лодку сама швартовала. Это супер, когда это легко и просто. На этой лодке очень легко сейлить. Весь такелаж вынесен в кокпит, поэтому если вы путешествуете ограниченным экипажем, то управление лодкой совершенно спокойно может сводиться к одному человеку. Все, что вам нужно, это стоя и руля, одеть шкот, нажать кнопку, все, вы натянули парус. Одной рукой ослабили парус, все, вы идете на попутных ветрах. Эта лодка дает отличное ощущение свободы сейлинга. А вот вам пример скоростных показателей данной лодки. Смотрите, вот для примера, трип почти 10 часов, пройденное расстояние 77 миль, средняя скорость 7.9. Много есть круизеров, которые могут идти со скоростью 8 узлов, это средняя скорость. И самое важное, минусы.
Итак, давайте поделим проблемы, которые есть у Бенито, на две части. Первая часть – это те, которые нерешаемые, то есть мы уже с этим смирились и живем. И вторая часть – это те, которые мы изменили немножечко конструкцию и добились того, что мы хотим. Начнем с тупиковых и нерешаемых. Вот эти прекрасные водоотводы. Вот я вам сейчас их показываю. Вот они идут. Здесь ручки. И по задумке, вот эта вот вода, она должна идти и стекать вот сюда, почему-то на палубу. И по палубе уже идти. Вот есть спереди клюз. Вот там вот, либо вот тут, где ванты, вода стекает. Да, я согласен. Сейчас у нас лодка немножко перегружена по корме, потому что у нас залито достаточно много дизеля, больше чем полтонны. И вот посмотрите, вода здесь застаивается. То есть ее можно вот эту грязь отсюда вымыть, но это еще полбеды. Бенито сделала прекрасный ход. Вот здесь есть дренажное отверстие. И через него вода течет, я вам сейчас покажу, как. Вот представьте себе ситуацию. Вы идете на лодке, и на лодку падает большая волна. Почему-то этот прекрасный водоотвод идет вот сюда. Ну, здесь он стекает, естественно, на палубу, это полбеды. Но почему оно течет сюда, где ты сидишь своим пундой, а? Ну, идем дальше. Следующая штука, которая меня достаточно сильно напрягает. Смотрите, какая здесь грязь. Все почему? Вот эта рукоятка, она предназначена для того, чтобы откручивать лебедку. И штатное ее место вот такое вот. Здесь она вставляется в дырку, а вот эта часть кладется и зажимается. Если мы это так делаем, здесь есть дренажное отверстие, вот оно, которое все время забито грязью. Поэтому вода вытекает через отверстие, которое предназначено, вот оно, для самой ручки, для вот этой вот. Вот. Поэтому, что в этой ситуации можно сделать? Класть ручку не так, а я ее кладу просто вот так вот. Она здесь нормально лежит, никого не напрягает, и здесь есть два дренажных отверстия для отвода воды. Наверное, одним из самых мощных конструктивных недочетов, на мой взгляд, является место расположения спасательного плота. То есть вот эта ниша, вот видите, BIB написано, это как раз для того, чтобы здесь хранить плот. Мы, конечно же, переделали систему, сейчас плот у нас находится вот здесь. Но почему здесь конструктивный недочет? Давайте я вам покажу. Вот представьте, у вас закрыт борт, то есть вот эта платформа, на которой я сейчас стою, она закрывается и образует сзади борт. Если вам нужно быстро вынимать плот, вам нужно каким-то образом эту платформу скинуть вниз, затем поднять и вытащить оттуда плот, который весит, наверное, килограмм 50. То есть это очень сложная задача. Ну, для длинных переходов мы его, естественно, вынесли назад. Но почему они сделали так? Для меня полная загадка. Вот как можно было это сделать? Как? Вот это... Посмотрите, какая здесь муть. И вот почему. Я уже здесь положил коврик. Видно? Сейчас оно сольется, я покажу. Очень маленькая дырочка. Причем она не идет где-то рядом. Она идет вот так вот через все дно и сливается где-то сбоку. То есть
здесь любой мусор, который сюда попадает, он в любом случае остается в этой нише, и все, что сливается с палубы, сливается сюда, забивается, и ваш плот постоянно плавает. Естественно, ему может настать каюк. Это очень серьезный недочет в этой лодке. Наверное, один из самых серьезных. С окнами у нас есть несколько проблем. Смотрите, вообще, в целом, окна мне очень нравятся, потому что можно закрыть сетку и можно закрыть фольгу. То есть снаружи она имеет рефлекторную поверхность, то есть она отражает солнечный свет, поэтому в салоне не нагревается. Но закрывать их можно только, когда нету сильного ветра. Из минусов. Сюда попадает всякая пыль, там листочки, и как их убирать, мне очень тяжело сказать, потому что сама поверхность достаточно мягкая. Сейчас я покажу маленькие окна. Возможно, уже это изменили, то есть вот закрывается маленькое окно, сетка, и если дует сильный ветер, то сетка просто вот так вот вываливается. Может быть, уже в новых конструкциях сюда ввели веревочку, как на больших окнах. Вероятно. Я сейчас покажу, как ломаются эти окна. Данная сетка уже поломалась. То есть, вот она, видите, когда она вылетает, ее нужно тут вставлять обратно. Короче, она уже поломалась, и ремонту она не ремонтопригодна. То есть, все, что можно сделать, это просто ее заменить на новую. Ну и, соответственно, с фольгой здесь такая же история. Здесь есть с двух сторон веревочки направляющие, и вот с этими веревочками основная проблема. Теперь затронем вопрос вентиляции лодки. На мой взгляд, она не идеальна, потому что в центральной каюте, в центральной кабине у нас идет только одно окошко. Зато в передней каюте у нас идет их одно маленькое и два больших. То есть, конечно, жаловаться мне на это не стоит, потому что в нашей каюте всегда есть хороший и свежий воздух. Но мне кажется, что пропорция немножко нарушена в плане вентиляции всей лодки. В кабинах все еще более печально. Сверху идет маленькое окошко, и второе маленькое окошко идет сбоку. Вот, собственно, и вся вентиляция. Решение есть какое. То есть можно открывать в одной из задних кабин туалет, и через боковое окошко туалета получается нормальная вентиляция внутри. Ну, такое странное решение. Мы здесь стоим сейчас не просто так. Вот увидите вот это вот отверстие. В нашей лодке установлены два холдинг-тенка. То есть, когда мы приезжаем в марину, мы туалеты перекрываем, и задний идет на 100 литров, передний на 80 литров. Такие большие баки, когда сливается вода, они в эти баки собираются. В нормальном режиме, когда идет нормальный слив, слив находится под лодкой, либо ниже, ну, он находится ниже ватерлинии. Поэтому все стекает в воду. Но тогда, когда баки наполняются, никакой проблемы нету. Но когда баки переполняются, вот это вот отверстие, через которое выливаются излишки. Сливки. Так вот, посмотрите, на какой высоте они находятся. И когда вы стоите в марине, это находится обычно выше, чем понтон. Поэтому, когда сливки вылетают из лодки, они вылетают непосредственно на пирс. Но это еще полбеды. Сливки если... должны быть сверху. Сливки сверху, да. Если вы стоите на тузике и привязали его на боковую утку, то при переполнении холдинг-танка у вас оно льется аккурат в тузик. У нас было такое один раз, не понравилось. Вот мы едем сейчас к носовому туалету. То есть слив находится переполняемый, находится высоко. Почему его нельзя было сделать, ну хотя бы вот, не знаю, 30 сантиметров выше уровня воды, но оно бы себе просто плескало себе тихонечко и переполненное, а так именно со спецэффектами, с таким салютом с борта лодки. То есть где-то вот на такую длину вылетает струя. Это скрутка стакселя или фурлинг, еще его называют по-английски. Как идет скрутка сама? То есть она идет по палубе, и вот этот блочок, который был изначально, вот он, который изначально стоял. Вот в этом месте веревка все время протирается. Что я сделал?
ставится. Вот такой блок. Очень важно, чтобы этот блок был на пружинке. И у него была подвижная часть, то есть вот здесь ее видно. Когда меняется угол, то вся эта конструкция ходит. Задача какая? Чтобы подавалась веревка здесь ровно, а сюда шла наверх в барабан. Это та проблема, которая очень легко решается, поэтому, ну, это просто нужно ее поменять. Далее, изначально фонари, которые ходовые огни, зеленый и красный. Вот они находились раньше вот здесь вот, на самой краешке. Я не знаю, связано ли это с моим опытом пилотирования, но фонари у меня были побиты из-за того, что их все время заливают водой. Контакты, которые идут сюда, они сгнили. То есть я взял, отрезал эту пластинку, перенес ее сюда, она здесь. По ней не бьется никакие веревки, ни шкоты, ну, соответственно, ничего, когда поднимаешь разные паруса. И герметиком, изоляция. Короче, ходовые огни у меня сейчас находятся в новом месте и полностью переставлены так, как мне нужно. Далее. Каретка стаксель шкота. Уже капролоновый ролик сточился. И пришлось поставить новый, но проблема еще в чем? Из-за нагрузок вот эта вот металлическая штука, она лопается. Сейчас она уже, конечно, переделана полностью. И там стоит другая металлическая пластинка из нержавейки, естественно. Но видите, она уже переварена, потому что ее вот так вот все время вырывало, и мы ее почти потеряли. Соответственно, это слабое звено. Возможно, этот элемент нужно усилить изначально. Далее. Из неинформативного, то есть данный вольтметр показывает только напряжение батареи, которое не всегда точное, но зато здесь есть напряжение на всех батареях, можно посмотреть, но это мелочи. Есть такая сложность, он не показывает нормально уровень воды, то есть у нас сейчас полный бак он показывает нормально, но если у нас бак пустой, он показывает четверть бака, то есть вообще расход непонятен. Что я сделал? Поставил просто отдельный счетчик литров, то есть как он работает, просто вода бежит, и он считает количество литров, которые израсходовали. То есть, зная, что у нас в баке 450 литров, это отличное решение. Ну вот так я решил эту проблему. А решение для батаре-монитора, есть отдельный батаре-монитор, который я поставил, и здесь есть все, начиная от питание, заканчивая там напряжением зарядки, тока зарядки, то есть и, собственно, заряда батарей. То, с чем я столкнулся еще в лодке, это ступеньки, которые ведут наружу из кабины. Так вот, эти ступеньки, сейчас я показываю. Вот сама дверца, видите, да, вот ее толщину. И они просто с обратной стороны прикручены на там четырех саморезах. Короче, у нас становился на эти ступеньки Саша, который весит 100 килограмм. И под одним вот эта нижняя ступенька, она просто проломалась. Ну, естественно, мы взяли длинные саморезы и ее закрепили. Но изначально нужно быть внимательным, потому что такое возможно. Я бы их сразу изначально укрепил. Положен у нас пульт кондиционера передней каюты. То есть, с чем сложность? Окна. Если окна недостаточно плотно закрыты, то сюда летит вода. И ладно бы, если просто летела вода, а сюда летит соленая вода. И вот можно посмотреть, как выглядит этот пульт сейчас. То есть он весь уже такой. Вот. Короче, это все из-за того, что на него попадает соленая вода, которая их и убивает. Вместо этого его можно было поставить вот сюда, в эту нишу, и было бы все прекрасно. За что они сделали так с кондиционером? В бенетошке есть еще особенный прикол. Связан он с тем, что вот представьте себе, вы стоите за штурвалом, вы ведете лодку, и вам нужно сменить галс. То есть, что вы делаете? Вам нужно перейти на соседний руль. Поэтому, что вы делаете? Вы прыгаете, потому что никаких ручек для того, чтобы держаться при переходе, нету. И нужно учесть, что лодка идет под углом. То есть, обычно это происходит так. Раз, два, и на волне такой. Прыг и перешел сюда. Но что я сделал? Я зашел в магазин, в котором продают ванны, и купил ручку на стол. Обычная ручка на стол. Во, супер работает. То есть стоишь за штурвалом,
за ручку взялся, спокойно перешел. То есть здесь ручки есть, но они настолько далеко, что ты просто, тебе нужно каким-то образом перехватываться. То есть нету здесь на столе ничего, за что было бы удобно держаться или просто стоять и держаться, если вы идете на острых курсах. Все знают эту всем известную арку на Бенито. У арки есть некоторые проблемы. То есть так как арка является не сплошной, а в нее врезаны некоторые элементы, всякие ручки, то эта арка, к сожалению, иногда подтекает. То есть вопрос решается, отковыривается вот этот вот кожух, за ним болты, которые держат арку, силиконятся, закручиваются обратно. Вот сейчас я зайду в кабину и вам покажу, там сейчас есть маленькая капелька, нужно будет опять это делать. Вот задняя кабина и вот эти болты, которые держат арку. И вот увидите, на одном из болтов есть маленькая капелька. То есть это не фатально, раньше они текли намного сильнее, но раз вода начинает появляться внутри кают, ничего хорошего это не сулит. Надо разбирать и чинить. На лодке приборы находятся за рулями. То есть если лодка идет и прибор, ну и руль вращается автопилотом, то нужно либо тыкать вот как-то вот так вот, либо с этой стороны, что очень неудобно. Для меня было бы идеально, если бы на этой арке стоял прибор прямо посредине, и идешь, потыкал. Так, кстати, реализовано в Хансе. Основной прибор здесь центральный, он удобен, потому что он вращается в одну сторону или в другую. То есть с этим вопросов нету, но с точки зрения боковых приборов их расположение, конечно, совершенно неудачно. Есть еще один момент, который вызывает у меня бурное негодование. Это включение двигателя. Как это происходит? Включать не проблема. Но для того, чтобы выключить, вам нужно нажать стоп. Этот стоп нужно подержать пару секунд. Потом зажигание нажать и подержать. И вот представьте себе, вы поставили лодку на курс. Автопилот крутит вот так вот руль. И нужно нажать кнопку и подержать ее 2 секунды. Каждый раз, когда это происходит, каждый божий раз, вы получаете по рукам рулями. Причем это не один раз, а пока вы его не выключите, это раз 5-6. Постоянно дрожь и ненависть. Вы уже поняли, что на лодке просто не бывает. Но чтобы развеять миф, что одни лодки более надежные, другие лодки менее надежные, давайте сделаем следующее. Рядом с нами на якорной стоянке стоит две лодки. Первая — это наш друг Джеймс, у него небольшая 30-футовая лодка, но она только что спущена на воду в бот-ярде, то есть она должна быть в очень хорошем состоянии. И вторая лодка — это Elan 45, то есть это та лодка, которая более подходит для круизинга изначально с завода. Мы сейчас поедем к этим ребятам и зададим вопрос, что же на лодке у них не работает в данный момент. А вот эта лодочка наших друзей Джеймса, они ее недавно спустили на воду, и вот сейчас мы приезжаем к ним, и они расскажут, что же на этой лодке у них не работает правильно. Какие проблемы у вас на лодке? So your boat, I know that you just put your boat in the water. Maybe a few weeks ago. So it should be brand new, like from factory. How many troubles do you have in your boat? Well, let's see, the one of the seals of the toilet leaks. But it is some list, you know? Yeah. How many points on the on yeah, the maybe like 20 or more. So like regular amount. Yeah. But could you just point some, maybe 10, the nightmarest? Well, what would you say the biggest one is, Sandra? The continuous problem? The toilet seal? The toilet and the engine. What's the problem with your engine? There's always something new. Okay, but what now? We had a problem with the coolant, the cooling strainer, okay. The raw water system. Okay. There was like a seal that was sucking air, so the engine was overheating, but we thought there was a blockage, so we took everything apart and then put everything together, and it still wasn't working. And so
So yeah. engine, toilet, what else? The saltwater foot pump. Yeah. Doesn't work at all. The freshwater pump, the pressure switch doesn't switch correctly. So we have to disable it. Wood next to our bolts along the edges that we need to epoxy again, and we have our deck that's going. It's a wooden boat, so there's always something with like preserving the wood. Like if you look at just like the edges here, we constantly have to repaint, and this is just wood protector. We haven't even varnished yet because it's just too much work to keep the varnish. I mean, you can see here, the varnish goes off so quickly in the sun. But I know it is three times a year it could be like this. Yeah, like maybe every 3 months you have to varnish, and maybe once a year you have to do this red paint. Oh, okay. So generally it is 2 years, maybe. Twice a year? Thank you very much. I just try to explain people that you cannot have so much fun on your boat like it is in the picture. Well, it's 90% maintenance and 10% sailing. Hopefully you try to push the ratio a bit more to the other side. But yeah. And a lot of cleaning. Yeah, it is a boat, it is a cleaning all the time, 24 hours a day, cleaning. Yeah, and unfortunately it's not easy to pay someone else to come do it for you. It's possible, but it's the quality of it not so good. Yeah. You can expect. Yeah. Okay, guys, thank you very much. Yeah, see ya. А сейчас мы едем к нашим друзьям. Это немецкая пара, их лодка Elan. Я думаю, что вы знаете эту лодку, это такой достаточно известный круизер, уже который идет подготовленный, вот эта лодочка. И мы сейчас едем и зададим вопрос Химу, что же на его лодке работает, а что же нужно ремонтировать. Problems. I know that in any boats it is some list of something you have to do, like repairment and fixing and changing some new stuff. On your boat, because you have a very cool boat, which is a good cruiser. Which problem do you have now for you are working on it? The biggest problem is every time the electricity up to down. So we will say I take now a completely new battery bank inside because the old one was broken. The most thing is broken when you stay undersea. Okay. So and now we stay here. I must check and look for a new battery bank for new batteries, and it is not so easy when you stay here in the third world to get some spare parts. Okay, but what else? Just you can indicate maybe 3, 4, 5 more troubles or just something you do. Okay, a very big trouble from us was also when we come from Sokota to the Seychelles, the main shaft. Is broken from the propeller, from the propeller shaft. It was broken, the gummies, and every time water is coming inside the boat. Okay. So and then it was not possible that we take the motor, because when the motor is running and the shaft is running, every time the water is coming inside. Okay. So we must close it completely and can go only under sail. But it is a sailing boat. Yeah, it is a sailing boat, but sometimes between the reefs and when you come inside the harbor, you must take the motor, and that was not so easy. Is it anything, maybe some small one, like, you know, just door handles broken or something like this? No. It is not like this? No. So, small things we have daily. The most is when with the electricity, there is corrosion everywhere, and when it stay longer and you don't used it, like the bow thruster in the front in the moment, there is by the connectors is a lot of corrosion, so we must put the bow thruster out and fix it new. But this kind is a regular for all boats. Yeah, this is every time the same. When you have an older boat and it's not new, then in time you must put it out, fixed it and something else, and then it will be okay. But this is normal repairs
but you must do it. That's exactly what I'm trying to explain people. Yeah. That is some problems which you permanently have to do. Yeah, and the you must know your boat. This is very important that you know your boat, and you can fix it before it's broken. You see it, and then you must have a lot of experience that you can see it. And stay then in a harbor, fixed it, because before you stay outside and fix it then, that is the most time it's a very big problem. Okay, Achim, thank you very much, and I would like to say you good luck with your sailing. Yes, thank you for good interview. Okay, thank you. Вот, друзья, мы вам провели небольшую экскурсию по соседним лодкам, и владельцы лодок вам дали небольшое представление о том, насколько надежные технологии, используемые в яхтинге, и что яхтинг – это именно то, что вы видели на картинках, шампанское, устрицы, там красивые, красивые пейзажи. Ну, пейзажи действительно красивые, но это единственное совпадение. Ну вот, друзья, мы вам и рассказали о лодке Benito Oceanis 45. Лодка 13 года, в нашем пользовании находится уже 5 лет. То есть мы на протяжении этого периода выявили все недостатки и главное достоинство данной модели. Это не выставочные обзоры, когда открываются шкафчики, это реальный опыт использования яхты. Нам повезло, я получил именно ту лодку, о которой мечтал, потому что с 2013 года Benito начали делать лодки в новом корпусе, и технически они настолько оснащены, что это идеально вписалось в мою концепцию яхтинга, потому что я сторонник техно-яхтинга. Я предпочитаю технические решения вместо олдскула, но это мой выбор, каждый волен выбирать то, что ему нравится. И тем не менее, я получил лодку своей мечты, на которой я уже обошел практически весь земной шар. А вам я желаю найти свою идеальную яхту. И оставайтесь с нами на канале. А те, кто нас смотрит первый раз, ставьте подписку, колокольчик, и вы будете в курсе событий первыми, что интересного в яхтенном мире сейчас происходит. Пока!